Итак, всем снова приветик, с вами Джулис, и мы смотрим интереснейший матч на Дасте втором. Команда Ревиль против Холли Риперс. Удивительным чудом я успела аж на кнайф, это для меня редкость. Посмотрим, какую сторону начнут команды. В принципе, Даст второй для такой игры может быть удобен из-за теров, из-за КТ. Все зависит от игр самих команд. Остались Холли уже вчетвером. Аж все, Буян остался последний. Сейчас его бедного и заберут. Ревилли взяли. Опять буду читать их команду с большим трудом для себя. Взяли гнайфы и остались за КТ. Буду смотреть чат, читать. Иногда мне придется выходить в браузер для этого. Данил, привет. Итак, напомню, у нас Best of 3, 1/4 турнира уже. У нас встречается команда Ревилла против Холли Риперс. Довольно дефолтно занимают позиции КТ сейчас. 2Б. 2Б в мидле и 2А. Ну, мидл уже успешно перетянулся на А. Заходит фастом шорт, но их остановили дымом. Ждут Холли, пытаются сделать минуса. Довольно свободно сейчас выходит Кух в мидл. Бесстрашный Кух. Джокер делает минус 2. Очень хороший минус 2 от Джокера в голову с Юспа. Мимо него так легко не пройти. Джокер подобрал неудачно глок, минус него не дал и тем самым отдал мидл сейчас полностью. И террористы это вроде почувствовали. И что же они будут делать? Сейчас втроем ревилы играют на А и лишь один у них на Б. Холли пошли шорт. Вот постом шорт, стреляются с плантом, с ДЛом. Ринни дает минус нежно-нежно. Нежно-нежно. Так, наконец-то забрали человека в планте, бомба ставится, и ситуация 3-2. Чил убивает Суселя и Шувана. Да, кстати, я не прочла ники. Первый раз я комментирую на этом турнире Холли Риперс. И надо приглядеться к ним. Значит, играют за Холли Риперс Шувана, Сусел, Буян, Нежно-Нежный и Кухзо. Зо 0-0. Ну, короче, вы поняли. Кухзо. Пистолетку берет Ревилли. Закупает Фамоса и Муху. Тащите, пацаны! Понятно. Холли Риперс решают не закупаться, то есть не делать форсбай. Играют просто эко, с блоками выходит Б фастом. И сейчас Ревилли должны их принимать. Чем они, собственно, и занимаются. Без особых проблем они это успешно и сделали. 2-0. Ревиллы ведут. Надеюсь, я правильно читаю название их команды. На третий раунд, как оно и планировалось, террористы закупаются. И АВП, на АВП им хватило, и калаши у них есть. Очень все удачно для них складывается. Посмотрим, что у нас делает Вейпер. А Вейпер уже красный, кстати. 23 хп. Практически красный. Пошли теры под лонг. Положили смог на занятие ямы. Правда, не знаю, чьи это смог. Бывают, и КТшники его кладут. Хотя, мне кажется, он более удобный для занятия ямы террористам. Происходит сейчас стяжка на А-плант. Дают 2 минуса на А, и проход чист. Джокер, что творит Джокер? Джокер отстреливает сейчас, просто делает минус 3 с медла. Я не вижу, где смог был на просвет вообще. Положили ли его или нет?
Минус 4 от Джокера. Ситуация 1 в 1. И будет ли эйс? А бомба сейчас во власти Джокера. И сейчас ему будет намного проще. Нет, к сожалению, Джокер не смог сделать эйс. Это очень грустно. И я все еще недоумеваю, где был смог на просвет. Почему парень с медла делает минус 4 вообще? Даже не с респы, даже не с просвета, а просто с медла настреливает с фамуса. Так, быстренько начали раунда, заглянув в чат. Опять же, повторю, мне придется выходить в браузер. Рич, привет. Энерджер, привет. Не позорься, закрой КС, иди вари борщ. Алисан, пожалуй, у тебя борщ получится лучше. Счет 2-1 в пользу Риви Иллы. Мамба пошла под Б. Сейчас нежный-нежный делает минус на лонге под ямой. И тем самым позволил своей команде занять лонг. Еще один минус от нежно-нежный. Два минуса на А, но террористы решают стянуться. Стягиваются, видимо, к своим тиммейтам в темку. Джокер. Джокер опять творит чудеса у нас. Уже сделал минус 2 Джокер в этом раунде. Хочу понаблюдать за ним поближе. Нет, не удается ему забрать бомбу в темке. А бомба почему-то у нас одна осталась в нижней. И ребята из его команды уже заняли во всю плант, а бомба упала в медле. Ошибочка от Холли Риперс. Нельзя было так оставлять бомбера одного. И за это они могут поплатиться раундом. Кукс убивает пенкиллера в медле. И остается дровосек у нас один. Ситуация 2 в 1. 1 в 2. Дровосек палит бомбу, делает минус АВП и 1 в 1. Да, и это минус 4 от дровосека в этом раунде. Не буду повторяться, но скажу еще раз все равно, что ошибка Холли Риппер заключалась в том, что они ставили бомбера одного. Это все замечательно, что они прошли на пустой аплант, но оставить бомбера в нижней темке, которого без труда забрали enemy, это, конечно, обидно. Эко у нас у Холли Риперс. Дровосек играет с АВП. Будут Холли, наверное, делать что-то там быстрое и вместе. Так, уже убили нежного, к сожалению, в медле. Пейнткиллер убил шорт выход. Не знаю, почему сейчас глоками ребята выходят по одному. Я-то думала, сейчас будет масс-мидл, например. Мы могли бы выбить дровосека, что ли, вместе. А, Джокер забирает буяна одного. Мне кажется, плохое решение на эко-раунде сыграть так по одному. Это очень трудно перестрелять единицу самостоятельно с пистолета. Даже без бронежилета. Сусель у нас ласт в коробке. В руках P250 и против него вся команда. И пейнкиллер его без труда убивает. Счет 4-1. Счет 4-1. Я опять быстренько захожу в браузер посмотреть комментарии. Как дела, Юлька? Хорошо. Сколько битрейт, то я не помню. 1800. Я уже могла забыть эти числа. Единственное, что могу сказать, что все у меня стоит так в ОБС, чтобы у меня лично ничего не лагало и картинка не останавливалась. Потому что раньше у меня было немножко по-другому, и стримы лагали жутко. Что у нас делают Холли? Я на медле, кто-то уже ушел в шорт. Ребята идут в шорт, причем вместе все. Кукс пострелял, ушел обратно. Пустил тиммейта вперед. Шуванна дает минус в медле. С АВП Буян вешает голову с Галила. И плант А чист. Ринни зашел в спину, но никого не убил. Дровосек класс АВП. Делает минус 3. Минус 3 на медле от дровосека. Бомба стянулась под А. Сейчас ситуация 1 в 2. Пойдет ли дровосек убивать Холли Риперс? Да, он это идет делать. Взял калаш. Времени у него хватает. Бомбу перекинули через просвет, боясь жестокого АВП в медле.
Сейчас все в руках дровосека. Нет, только не нож, дровосек. Доставай калаш. Да, убивает. Минус 4 делает дровосек в этом раунде. И опять остается один в один. Сделает ли эйс? Да, и дровосек делает эйс и берет этот раунд. Ух, знаете, это первый эйс, честно, на стриме за трей нас. Я просто не зло увидеть эйс. Вот, я теперь полностью счастлива. Дровосек затащил раунд самостоятельно просто. Очень сложный раунд. Дровосек молодец. И счет 5-1. Да, дровосек меня продолжает радовать. Идет со счета 12-1. Пока он топ-фрагер на этой карте. Шаванна 5-6 идет за свою команду на первом месте. И очередное эко. В этот раз уже террористы догадались играть вместе. Если уж сливаться, то вместе, как говорится. Так, Хукс. Быстро, ой, почему я не посмотрела за пейнткиллером? Вот так всегда. Пейнткиллер сделал минус 4 на эко. Но это же не так круто, как минус 5 от дровосека, когда было единицы, правильно? Кукс 250 держит в руках. И его услышал почти весь мир уже на дасте. Дает голову в шарте. Нет, хотел, видимо, уйти засейвить то, что он выбил, но не вышло. Дровосек его убил. Счет 6-1. Я схожу, посмотрю, что у нас в чате нового. Так, стрельба не на высоте у пацанов. У каких именно? Вантус, привет. Это Сильвер и турнир катают. Не знаю, какие ранги, не спрашивайте. Когда получит партнерку от Твича, когда меня будет смотреть 300 человек стабильно. Так что можете звать друзей, когда у вас будет 300 в сумме, у меня наконец-то будет платная подписка. Так, а я все пропустила в итоге, пока с вами болтала. У нас была единица от Холли, но их уже трое только всего лишь. Какая грусть, печаль. Сейчас очень странно по карте разошлись террористы. Буян на медле. К нему довольно близко сейчас играет один парень из Ревиля на шарте. И походу... Нет, нет, не смог его сейчас пейнткиллер убить. Убил Джокер за пейнткиллер, отомстил. Ситуация 2 в 3. Бомба, бомбу уже спалили. Бомба идет на парик. Рини довольно близко к этому. Нет, бомба ушла. Шла под коробку. И что же будут делать Холли Риперс? 40 секунд. Я сомневаюсь, что они будут сейвить. Хотя, может быть, и будет сейв. Нет, скорее всего, они будут все-таки идти лонг. Сусел бежит, то есть шифтит первый. Чекает возможные позиции на лонге коробки. Не успела посмотреть, как Риня будет сейчас принимать. Убили Риню довольно-таки быстро в голову с АВП. Накидывают флешки, положили дым на просвет и прошли. Джокер кидает ХАЕ в плант. И ситуация в 2-2. Бомба стоит. Шуванна. Шуванна играет с АВП. Джокер делает минус у Селя. Очень хорошая ХАЕ вовремя была дана. Получился размен. И Шуван теперь знает, где играет его оппонент с АВП. Что ж, война АВП у нас сейчас 1-1, ситуация, бомба стоит, все сейчас пока играет на террористов. Просто Шуван, тяни время. Не попадает без зума. Ух, что сейчас было просто? Чил, ты же мог, я в тебя верила. Достал глок и, собственно, перестрелял. Перестрелял он КТшника. Счет 6-2. Ревиилы пока ведут. Ну что ж, в принципе, тоже неплохо. Ребята остались вдвоем. Времени было 40 секунд, и они, собственно, взяли раунд. Я про Холли Риперс, естественно. Дает дровосек удачный сейчас минус. Кух просто бежал с гранатой или с чем там у него было в руках по парику, и дровосек без труда его забрал. Теров осталось четверо. И куда же они все идут? Идут к Тёмке. Пойдут ли они Б? Скорее всего, все возможно. На Б у нас, повторюсь, играет Джокер. Между прочим, два ВП довольно близко друг к другу играют. Джокер смотрит Тёмку. Сделал красным террористов верхней Тёмки. Дал инфу, к нему даже стянулся дровосек практически очень близко. Но ребята решили пойти к медлу. Шорт, шорт.
будет шорт или все-таки мидл. Бомба у нас вообще под респой. Щупают шорт. Очень мало остается времени, нужно уже выходить. 27 секунд. Да, вышли Холли на А. Смотрим за Муяном. Чекнут ли сейчас ребята гусь? Щу стоит на гусе, дает минус 2. Отвлекли сейчас террористы на подъем. И тем самым дают даже чили сделать минус 3. Минус 3 от чили с Фамоса. Шван законтролил чили, дает минус, но его забирает дровосек со спины. И счет 7-2. Счет 7-2. Я опять быстро посмотрю чат. Что это за стадия? Это 1/4. 1/4 турнира. Дровосек норм играет. Дровосек, безусловно. Все, возвращаюсь в игру. Много сообщений. Уф, блин, я опоздала. Пейнкиллер дает много минусов. Видимо, нет, у нас не эко. Или было эко. Все, проглядела из-за того, что чат в другом окне открывается. Прошу прощения. Был бы телефон, читала бы с телефона, но не могу. Ситуация 2 в 2. Очень красный буян, если можно считать его за живого человека еще. Встречается сейчас буяный пейнкиллер. Пейнкиллер его убивает на шарте. И бомба лежит на лонге. Бомба на лонге, а Шуван вышел Б. Будет сейвить АВП, скорее всего. Хотя 43 секунды. Не знаю. В принципе, и затащить-то можно. Сейчас будет встреча. Чекнул Шуван, увидел, что на медле кто-то есть. И будет ждать. Не очень торопится Шуван что-то делать. 22 секунды. Все-таки сейф или не сейф. Положили смок на просвет. Шуван тоже положил себе смок. И кто кого заберет? Чил или АВП? Очень близко друг к другу сейчас стоят Шуван и Чил. И Чил попал в ВП, зажмет ли в дым? Нет, он не зажал его в дым. Как же они друг другу близко были в итоге. Никто никого не увидел. Просто ежик в тумане. И счет 8-2 в пользу команды Риве Идле. Очень часто покупают Риве Идле Фамосы. Либо до сих пор с ними бегают, либо покупают. Ринни 15 хп имеет, отходит с коробки. Убили нежно-нежного. И довольно непонятно еще. То есть от минуса, скорее всего, играют террористы. Я имею в виду без какого-то конкретного захода в начале раунда. Не было фаст раундов на единице от команды Holy Reapers. Вообще непредсказуемо понять, куда в итоге ребята выйдут. Часто перетягиваются, стягиваются. Буян сейчас вполне может сейчас убить человека на Б. Хотя он остался красным. Джокер же не сильно пострадал после этой перестрелки. Позвал обиженный красный друг своего товарища. Джокер все-таки убивает Буяна. И вместе с дровосеком они забирают у Шувана. Бомба падает в верхней темке. Довольно неудачный был сейчас выбор пойти стреляться в верхней темке с бомбой. Бомбу было бы неплохо скинуть в начале темки, чтобы по бомбе не было инфы. Пух остается ласт, зажимает в нижнюю с Галилу, но безуспешно и не перестреливает дровосека. Счет 9-2. 9-2, ребилы тащут. И показываю еще раз статистику. Дровосек, безусловно, фраг-лидер на карте. И Шуван фраг-лидер своей команды. У нас эко у Холи Риперсов, и они наконец-то решают делать что-то фастовое и вместе. Ну как вместе? Вот кто-то вышел в мидл,
один и умер от дровосека. Положили дым в мидл. И идут шорт. В шорт тоже кто-то один вышел и умер. Почему нельзя выйти вместе? Вероятность, что вы кого-нибудь пристреляете, будет гораздо выше. Стреляются с подъемом. Тоже не очень это хорошо получается. Посмотрим за пейнткиллером. И пейнткиллер забирает Сусейла. Ласта. Счет 10-2. Счет 10-2. Напомню, что это Best of 3. После этой карты будет вторая. И, возможно, даже третья. Так что никуда не расходимся. Два АВП сейчас играют в медле. Дровосек перестреливает Шувана. Бомба лежит в респе. Ребята из холли вышли лонг. Один человек пошел все-таки за бомбой. Ух, впереди всех. Не чекает рекламу. И это его ошибка. Много разменов сейчас произошло на лонге. Но после этого осталось только два террориста. И бомбу только-только взяли в руки. Перетянутся ли холли или останутся идти лонг? Ситуация 3 в 2. 3 в 2. И, в принципе, раунд тоже можно взять. Холли Риперс. То есть до того, как они сыграют. Джокер чекает мидл. Чил у нас в шарте. И дровосек играет с ВП с просвета. Дровосек дал инфу, видел, что на танцполе лонга кто-то есть. Чил не прыгает, кстати, не чекает нишку. Не знает, видимо, что в Сусейл прошел именно верхнюю. Очень далеко друг от друга играют Холли Риперс. Я не понимаю, для чего. Хочет ли нежно-нежно сейчас зашуметь на А, чтобы хотя бы поставить бомбу? Это было бы, в принципе, неплохой план, хотя бы для поставки бомбы. Но нет, Сусейл просто выходит один с бомбой и умирает. Не очень я поняла, что хотели сделать Холли Риперс опять. И нежно-нежно умирает на просвете. Счет 11-2. Ирива и Иллы ведут. Юля, включи вебку. Рич, нет, когда я комментирую, я играю... Ну, то есть, играю. Я комментирую без веб-камеры, потому что вы должны смотреть за игрой, а не за мной. Стучится микрофон. Я не знаю, обо что он может стучаться. Он довольно далеко от одежды, волос, губ, щек. Просто стучит сам по себе. Я пропустила замечательный заход Холли Риперс на Б. Это был фаст, который замечательно принимает Риви Илла. Я так жалею, что читаю чат не вовремя. Что же делать? И кух, у нас ласт умирает в нижней темке. 12-2. Стоит отметить, что Ривейлы вообще не потеют, играют спокойно, играют свою игру. Холли Риперс запускают много ошибок на этой карте, на мой взгляд. И из-за этого не берут раунды. Жалко, что я пропустила фаст-заход на Б. У них были единицы, и я уже говорила, что я не видела такого, ну, на единице. И пропустила сама же. Неужели собираются ребята выйти мидл попробовать? Нет, уходят к шорту. Пейнткиллер готов принимать шорт, накидывает дым, чем тем самым закрывает им этот проход. Сусейл сейчас может встретиться у нас с Ринни. Просто друг на друга смотрят через дверь, можно сказать, практически. Но, скорее, Сусейл совсем не знает, что Ринни там вообще есть. И если он все-таки решится выйти из коробки, то его убьют. Нежно-нежно стягивается к своему товарищу в коробку. Они выходят. Ринни, да, как я и думала. Убивает, перестреливает Сусейла. Кидает себе хае. Дает минус 2. А бомба-то у нас выходит одна. Так, и надо быстро переключить. Бомба прячется у нас у планта. Зафлешили ее с шарта, со всех возможных. Бедный террорист. Он был такой белый, наверное. И его забирают. Счет 13-2. Вот таким образом заканчивается первая половина игры. Опять же повторю, что РВИЛы абсолютно спокойно ее отыграли, не напрягаясь. Дело даже не в тактических ошибках, они не могут их перестрелять просто. Ну а им это, конечно, важно. Но мне кажется...
бывает такое, что на тактиках можно выехать, даже не умея стрелять. Но очень большие ошибки, именно вот элементарные. Насчет бомбы я все этот раунд не могу забыть. Мне просто обидно за этого бомбера, который остался в полном одиночестве. А ему, наверное, товарищи кричат: мы зашли на планта, где ты, где твоя бомба? А его там убили. Ладно, пока я болтаю, РВИЛ и Фастом вышли Б. Ничего им не смогли сделать Холли. Забрали ее. Не дали ни одного минуса. Сейчас, по-моему, ребята из Холли Риперс. И только сейчас пошла стяжка. Подошли ребята довольно близко уже отбивать. Нежный-нежный дает минус Джокера. Уходит, как-то его не убили сейчас в спину, совсем непонятно. Дровосек с Тёмки не смог сейчас убить окно. Ситуация 2 в 2. Чил дает минус... Сколько он дал минусов-то? Минус 3 в этом раунде дает Чил уже. И дровосек ему помогает с Тёмки, убивает, собственно, щепку. 14-2. Что ж, ревилы взяли первый пистолетный раунд, тем самым они ускорили процесс, который их приближает к победе. Уверенно приближает к победе. Не знаю, смогут ли Холли Риперс закомбэчить. В этот раз решают ревилы играть... О, какой красивый Галил из нового ящичка. Обалденный. Так, ладно, не отвлекаемся. Решают не делать фастовых раундов вместе. Нежный-нежный, очень близко сейчас на шарте с Юспа. Нет, не смог он никого забрать, к сожалению. Ринни... Так, у нас забирает Шивана Джокера в Тёмке. Выходят террористы шорт, по крайней мере, пытались это сделать. Неплохо, неплохо пока отстреливаются Холли. Все еще живут люди на подъеме у нас там. Бомба ставится на шорт, Буян продолжает стрелять, настреливать террористов. И ситуация 1 в 2. Нет, нет, не смог. И ситуация 1 в 2, дровосек, ВС Шувана. Бомба стоит, сейчас все было на дровосеке, тут убивают Шувана с мухи. Ну, это было сейчас не так плохо, в принципе, даже дошло до того, чтобы был счет 1-1. Но сейчас будет last раунд для команды РВИЛ на карте до 2. 15-2. И мы посмотрим вторую карту. Я, честно скажу, не знаю, какая вторая карта, как там ребята напикали. Но я думаю, будет интересно. Джокер без труда сейчас убил Куха в щепке мидл. И ребята начинают выходить в мидл. Буян дает минус Джокера. В голову сдегла. Два минуса дает Буян. Разбуянился наш Буян. Ситуация 3 в 4. КТшников сейчас в большинстве. И, в принципе, дропы у них есть отстреливать. Сейчас все было на плечиках, хрупких плечиках Сусела, который был у коробки. Но его, к сожалению, забрали. Пейнкиллер также убивает Нежного, взрывают Буяна. Как-то сейчас я прогадала за тем, кем смотреть. И Риперсы... Так, стойте. Риперсы. Короче, ревейлы берут карту Dust 2. Что я оговорилась. Так, вторая карта у нас Инферно. И посмотрим, как смогут сыграть Холли Риперс на ней. А пока я читаю чатик и с вами общаюсь. Если ревейлы выиграют, я пойду в магазин за пивом. Да, давай, иди. Ревейлы взяли. Иди за пивом. Да, с 2 Инферно нюк. Хорошо, спасибо. Если РВИЛ выиграет, то бросаешь пить. Кстати, хорошее, хорошее такое это. За ЗОЖ. Ребят, я вот не пью, и вы не пейте. Энерджи прям угадал исход этой войны. 16-2, да, так оно и вышло. Golden Arky, я не знаю, ушел ли ты или нет, я только сейчас увидела сообщение. В Steam я добавляю на второй аккаунт. Вот, на первом у меня уже лимит.
интересно, какой у нас будет перерывчик, долгий или нет. Передаю привет Диманче. Диман, видимо, Димон. Скорее всего, тебе привет. Так, я знаю, чем занять это замечательное время, которое у нас появилось. У меня же в моей группе происходил фаст-розыгрыш. Так, уже одна же разминка еще. Да, у нас еще разминка. И это отличное время этим заняться. Итак, я напоминаю, что у меня фаст-розыгрыш. Я понимаю, что, в принципе, это ширпотреб, но выиграть дигл или дробовик из нового ящика, в принципе, тоже приятно и неплохо. Скину на стрим ссылочку. Последние ребятушки, делайте репостики, ставьте лайки, и через минуточку я уже разыграю. Разыграю три вещи. Два дигла и один дробаш. В принципе, несмотря на цену, дигл, кстати, очень мило выглядит. Да и дробовик вроде такой яркий, прикольный. Правда, надеюсь, что я успею это сделать, пока у нас люди разминаются на вармапе. Так, элемент, привет, кстати. Привет, я тебя не увидела. Так, элемент. Элемент, ну что же я могу поделать? Видишь, я все свое время свободное трачу на Трейнас. Я просто не могу играть в фанмиксы с подписчиками сейчас. Закончится Трейнас, пожалуйста. Будет все как обычно. Буду играть со своими любимыми подписчиками. Блин, я не успела разыграть, ребят. Простите, давайте сейчас посмотрим эту карту, и потом я разыграю два дигла и дробаш, как обещала. Не успел я что-то делать. Что ж, у нас кнайфы за сторону. В принципе, тут такое же обстоит дело за стороной. В зависимости от команды, легче играть за теров, либо за КТ. Опять же, на миксах обычно чаще берут теры, чем КТ. Хотя нет, на миксах, наверное, КТ берут чаще. Вообще спорный вопрос, кто берет чаще на этой мапе, если играть миксами. Да, очень... Ну, вообще, обычно пишут стей, чтобы остаться за КТ. Что ж, я, кстати, проглядела, кто все-таки взял найфы эти. Ладно. Невнимательная какая я. Видимо, взяли те, кто сказали стей за КТ. Наверное, все-таки Рева Илла. Рева Илла. Наверное, я и неправильно все-таки читаю их название, их команду. Даже не знаю, за кем понаблюдать. КТшники занимают позиции, в принципе, по дефу. 2Б, 3А. А вот террористы, сломя голову, бегут в дом. В дом ковры бегут у нас террористы. Я хочу посмотреть, как это будут дело принимать КТшники. Чил дает минус первый. Первый минус от Чила. Не успела на него вот переключиться. Убили и друга в планте его. И бомба успешно ставится. Вот такой вот масс-заход от Холли Риперс, масс-ковры, который довольно удачно для них закончился. Хотя и раунд еще не закончился. Так что все может обернуться не так хорошо. Но бомба стоит, это уже ладно. Так, Джокер сейчас не смог отыграть свою. Дровосек зашел с ковров со спины. Дает один минус, но, к сожалению, только один. И Холли Риперс берет первый раунд. Вот такая хорошая заготовочка на первый раунд. Масс ковры. И при близком занятии ковров сейчас Чилом было очень сложно стрелять 4 головы или 5, сколько их там было в коврах. Сложновато. Все-таки, наверное, издалека, мне кажется, с юспа было бы легче принять ковры, чем вот так вот вблизи. Что ж, теперь террористы ждут у нас, видимо, Раша. А КТшники взяли форсбай. Вижу, у них каски. Вижу, по 250. И дровосек, между прочим, очень близко занял банан. Отдали сейчас полностью банан КТшникам. Что уменьшает возможности выходов теров.
Два террориста всего осталось, многих уже убили у медла. И повторю, опять же, банан закрыт для выхода. У нас там высунулась бомба. Сусейл дает минус. Убивает дровосека. И Сусейл тот же самый и бежит, спасаясь бегством с 90 с бомбой. Сусейл остался против четверых. Бомба у него, 40 секунд. В принципе, и засейвиться так-то можно. И было бы, наверное, самым лучшим вариантом. Все-таки вторая броня у него. Ну, дадут ли ему засейвиться? А если он будет сейвиться, зачем тогда он идет так близко к банану? К опасному месту. Нет, Сусейл не хочет сейвиться, и он умирает. Хочешь сейвиться? Не хочешь сейвиться? Умри. Счет 1-1. Неплохой форс-бай, кстати, от Рэвэила. Видимо, обиделись ребята на то, что Холли Риппер взяли первый раунд, так и отомстили. Счет 1-1. Я жду ваших ставок на эту игру. Как вы думаете, кто вин? Тот, кто выиграет эту карту, проходит дальше. Одну-вторую турнира, а другая команда вылетает. Дровосек у нас настреливает. Тут собирает капусту на банане. Пейнкиллер ему хелпует. Хотя Пейнкиллер сейчас сделал больше минусов, чем Дровосек. Опять я посмотрел не за тем, кем надо, персонажем. И так вот, попытку зайти на Б, ребята из Рвилла отсекли. Возможно. И еще 2-1. Чекну сейчас, что у нас происходит в чате. В чатике. Ребят, ругайтесь в личке, плиз. Так, у нас какие-то разборки в чате. Ладно, разборки я читать не буду. Так, вижу пистолетики у Холли Риперс. Один галил. Две каски, одну первую бронь. Мамба у нас лежит под ямой. Ребята не торопятся, в принципе. Хотя ковры почти далеко, даже далеко почти прошли. Нежный-нежный на нижних коврах. Накидывает сейчас флеш Ринни. Ринни сейчас накинул себе хорошую флеш и забрал нежного. Чил, что ты творишь на коврах? Опять я все проглядела. Чил дает минус 2, убивает ковры, и остается у нас 2 террориста, тех самых, которые халдили под ямой. У них есть бомба, даже есть один галил. Но смогут ли они зайти и хотя бы поставить бомбу для денег, для экономики? 33 секундочки. Ребята явно настроены выходить Б. Дровосек у нас тоже готов их принимать с пейнкиллером. В прошлый раз мы все помним, это успешно у них вышло. Пейнкиллер убивает Буяна. Ну, а Сусейл забрал Ринни в спину. Зашел с банана со спины с ямы. Счет 3-1. Либо Иллы ведут. Ой, только сейчас заметила, что Холли Риперс очень пиратские аватарки одинаковые стоят. Такие вот, значит, пираты. Единички у нас у каждой из команд. Ринни дает минус Шуванна. Шуван был с АВП также. Не поняла, зачем он пытался занять сейчас Феррари с АВП. Была большая вероятность сейчас отстрелять Ринни с ямы. Кинули дым. И, кстати, нежно убил дровосека. Убил дровосека на банане. Поэтому на Б остался один бедный пейнкиллер. А что у нас происходит на коврах? Чи у нас сидит в темной. Секретки. Чекнут ли его? Один прошел в нижний. Чил, скорее всего, это слышал дело. Но темную до сих пор не чекнули. Большая вероятность того, что сейчас Чил будет забирать спину, если его не прочекает второй друг из Холли Риперс. Да, его так и не чекнули. Забирает Чил Буяна в спину и отходит к балкону. Чил знает, что в коврах есть еще один террорист. И готов его также забирать. Амба лежит под ямой. Начинается какая-то стяжка с бананы. И ситуация 4 в 3. Не успела посмотреть, как выходит Кух с нижних ковров. Его убил Ринни с 15 с АВП.
Сферов остается с каждой секундой все меньше и меньше. 20 секундочек осталось до конца раунда. Нежный-нежный бежит с клашем 15. Его друг Сусел с бомбой. В 20-ке Рини забирает Нежного. 10 секунд. 9-8. Успели засейвить Галил, Сусел. Вот, кстати, Авик лежит Сусел. Может засейвить АВП. Это будет выгоднее, Сусел. Так, ладно, Сусел не сейвит АВП, но засейвил Галил. Тоже неплохо. Счет 4-1. Ревиллы ведут. Я опять чекну чат. Может, там появилось что-нибудь новенькое, кроме ваших разборок. Дровосек, Буян, Нежный, боже, что за дети играют. Тебе ники не нравятся, Сила? А, ВК она и так добавляет. Тут меня спрашивал, да? Пираты. Да, ВК я так, кстати, просто так добавляю. Да я везде просто так добавляю, но в стиме у меня лимит. Что я могу сделать? Блин, вот так я читаю чат замечательно. Я только открыла чат, пришла в игру, и как-то все из Holy Reapers уже умерли. Счет 5-1, я не знаю, что произошло, по всей видимости, эко, хотя был еще один Галил засейвенный от Сусела. И счет 5-1. Ой, этот чат меня подводит вообще, конечно. Не открывается у меня в отдельном окне в стиме, и очень сильно в этом мне мешает. Чат-то тоже надо читать, мне это интересно. Посмотрим, как сыграют у нас Рини с ВП, накидывает себе флешку, выходит чекать яму, нет, не попадает, не убивает он АВПера в яме. Кстати, тот самый Шван, на который обидно умер от АВП, когда проходил на Феррари. Зачем-то. Ух ты, стрельнул сейчас Рини походу в дым с АВП и попал. Попал в Шувана, 12 хп осталось у бедного снайпера-террористов. И пока мы ждем, какие будут предприняты действия Холли Риперсами. Буян пострелял на банане. Отошел к медлу. А Кух у нас выходит двадцатку. Вышел двадцатку, не попадает сейчас за машину. К сожалению. Джокер его убивает. Товарищи террористы выходят двадцатку 15. Джокер дает минус. Шуван забирает Джокера. Получается размен. И после таких вот трагических событий остается один Шуван с МП. И 12 хэпами. Последним бомба лежит на двадцатке, и он убегает сейвить Авик. И, между прочим, Дровосек его наверняка прекрасно слышал и будет забирать. Да, Дровосек не дал засейвить АВП. И счет 6-1. Пока все для Holy Reapers довольно трагично складывается. Повторю, чтобы начать играть третью карту, Holy Reapers должны взять эту мапу. Так как предыдущую они проиграли на Дасте втором. Со счетом 16-2. Если я ничего не путаю. Вот такая вот закупочка у нас у Теров. 3 калаша, 2 по 90. Мои нелюбимые, ненавистные мной петушки. Эти П90, я их так терпеть не могу. Джокер делает минус Буяна. Нежно забирает Джокера. Получается размен. Шуван проходит в арку. И террористы кончились. За пару секунд, а Теров ничего не осталось. 7-1. 7-1. Что у нас по закупке опять? 2 калаша, П90. 3,5 почти тысячи у оставшихся. Ладно, 7-1 счет. Можно было, в принципе, сделать эко, чтобы потом была нормальная закупочка. Ну, ладно. Нету у ребят совсем раскидки сейчас практически. У Холи Риперсов, я имею в виду. Буян выходит первый на машину. Дровосек его убивает. Пенкиллер хелпует. Бомба падает. Да, плохая идея была уйти бомбой первой. Бомба теперь в руках КТшников. И все пока работает на них. Рини накидывает себе флеш. Забирает Сусела. А мы переместимся сейчас быстренько к банану. Боба лежит. Шуван у нас на банане. Зашли ему уже в спину. Играют впереди. Не забирает дровосек, но забирает Джокер Шувана. И счет 8-1. Что ж, в этот раз я точно чекнул чат. 5 петухов, 7 кур и 3 слона. Ой, чую, не дойдет до третьей мапы. Лучше бы ДМ катали.
самом деле спорный вопрос, типа, зачем участвовать, если не подготовлены или так далее. В любом случае, это опыт, ребят. Ну, решать команде нужно, стоит ли им платить 1000 рублей за участие или нет. В любом случае, турниры – это намного лучше игра, чем на пабликах люди играют, чем ММы на низких рангах тех же самых. Намного полезнее играть, конечно, вот в турнирах. Только вопрос в деньгах. Жалко с 1000 рублей или не жалко все-таки? Линни убивает Сусела в нижних коврах. Все равно мне кажется, что 1000 рублей с 5 человек – это не так уж и много. Даже мой младший брат умудряется скопить со столовых денег больше соток, чтобы купить себе оружие. Дровосек делает минус 2. Играет на банане. Бомба осталась одна, очень мало хп и третий фраг за дровосеком. И счет 9-1. Пользуева Илла. Все с каждым разом печальнее и печальнее складывается для команды Holy Reapers. Наконец-то нормальное эко делают Холли. Я этому, безусловно, рада. Значит, будет нормальная закупочка. Идут фаст-фаст ковры. Их любимый первый раунд, который у них здорово получился. Чил готов их принимать. Дает минус один чил. Так, не попадает, нет, вот сейчас ошибка, ну, не ошибка, а просто если бы сейчас Чилл забрал второго, смог бы забрать и третьего, но не вышло. Ставят бомбу террористы на эко-раунде, и это уже успех, это очень хорошо. Да, в принципе, сейчас, конечно, все равно Реваил всех убил, но бомбу поставили, значит, деньги у Холли Риперс будут точно. Возможно, нужно ребятам из Holy Reapers сыграть как-то, а разыгрывать вместе. Если не масс ковры, как они делают это на пистолетках, ну хотя бы, я не знаю, ну вот 20-ку ковры разыграть. У них, в принципе, это получается. Они чила перестреливают. Чил не всегда справляется с масс-выходом террористов. Почему бы на этом не сыграть? От того, что они разделяются на всю мапу, двое халдят на банане, а остальные халдят на медле втором, лучше не становится. Итак, хороший сейчас расклад в начале раунда для Holy Reapers. Шуман делает минус, а вейпера, снайпера убивает он в медле. И сейчас все в руках Холли. Собираются все-таки играть Б Holy Reapers, несмотря на то, что я бы все-таки на их месте играла бы А, которая у них получается лучше. Даже на эко-раунде получается все намного лучше. Забирают Равосека через размен. Кстати, Б чисто, пейнкиллер оттянулся на А, но уже вернулся. Накинул флеш на просвет и уже занял катушки для приема террористов. Не смог сейчас убить человека за тройку, он. Бомба ставится на гриль. И даже сейчас не убивает он нежного. И ситуация 3 в 2. Террористы сейчас в большинстве и все шансы взять раунд у них есть. Джокер убивает. Что делает Джокер? Джокер делает минус 2. И остается у нас лишь один Шувана с Авиком. И его убивает Джокер. Все шансы были, бомбу поставили, а удержать плант не смогли. Счет 11-1. Увы, Холи Риперс, я за вас вообще болела. Я хотела, чтобы вы взяли раунд, но как-то не сложилось. Ну ладно, поставили бомбу, деньги есть. Давайте, может быть, этот раунд вы возьмете. Очень в вас верю. Давайте, Холли, давайте, выигрывайте уже. Повторюсь, что я всегда болею за команду, которая проигрывает. Так, нет у нас Авепера. Авепер Линни ушел. Так куда у нас? Куда он делся? Я за ним заследила. Вот где у нас Ринни нашла. Дровосек тут делает минус 2 на банане. Ринни ушел на Б играть с АВП. По респе, по всей видимости, сейчас трое на Б. Полностью прожал сейчас чил. Чил, да, прожал ковры. Ринни довольно опасно играет с АВП с цемента. Дровосек продолжает свою серию хороших минусов. Минус 3 он уже настрелял в этом раунде. Очень много дыма, очень много дыма. Террористы стягиваются. Забирает Сусел Джокера, который заходил им в спину. Шуан дает минус Ринни, который тоже был с АВП. И ситуация 3 в 2. Бомба в руках террористов.
но их постепенно сейчас тоже зажимают в кольцо. Чилд ждет их с перемычки. А дровосек убивает Шуванна. Убивает Шуванна, осталась бомба у нас одна. Сусел убивает Чила, забирает дровосека, и ситуация один в один. Куда же пойдет Сусел? Сусел берет М-ку и бежит на А. Это правильное решение. На А никого нету. Видимо, он посчитал, что пейнткиллер у нас на Б играет. И бомбу он поставит. Сможет ли взять Сусел раунд? Бомба ставится по дефу. И какую же позицию решит занять Сусел? Ходят большие пески. Слышал, что есть двадцатка. Сейчас и инфа, и бомба играет на Сусела. Пейнткиллер понятия не имеет, где смотреть и искать Сусела. Сейчас он чекает плант. Сусел будет, наверное, ждать, пока КТшник приблизится к бомбе и начнет ее дефить. Кидывается флеш большие пески. Пейнткиллер положил дым. Нет, пейнткиллер перестрелял сейчас Сусела. И дефит бомбу. Эх, такая хорошая была сейчас возможность Сусел затащить, но, увы. Счет 12-1, показываю статистику. Дровосек продолжает быть топ-фрагером уже карты Инферно. Напомню, что он тащил на Дайсе втором до этого. А Сусел фрагер своей команды, 7-11. Шван играет с ВП, идет на банан. Смотрит проход к машине. Очень-очень много огня на банане. Буян убивает Чила, который высунулся в медле. Шуан забирает дровосека на Б. Сделали один минус на Б. Происходит стяжка РВИлов. На Б один ушел. И под А остался лишь Ринни, который забирает Куха, который вышел с нижних ковров. Ситуация 3 в 4. Ринни поджал сейчас прозвал, полностью прошел ковры. Сейчас будет давать инфу о том, что все ребята должны быть под ямой, скорее всего. Довольно выгодная позиция сейчас занимает Ринни. Вот он, изи фраг для Ринни. Забрать скамейку. А Шуван и компании заходят на Б. И Джокер без шансов просто оставляет террористов. И еще 13-1. Ревиилы ведут. Так, смотрим, что у нас происходит в чате. Буян 1.13, и вот и ГГ. 3.12, какой им трейнас? Если в розыгрыше нужно сабскрайбиться на канал, это про какой розыгрыш? Это вы про какой? Если вы про фаст-розыгрыш, который сейчас я устрою, то нет, только лайк и репост. Если про большой, то там, где аккаунт Steam, то да. Последний раунд первой половины игры, что? А, ну да. Или подождите. А, ну да, 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 да. Первый раунд второй половины игры. То есть последний раунд первой половины игры. Что у нас тут произошло? Убили Ринни. Ревиилы в меньшинстве. Даст ли это преимущество Холли Риперс? Пейнткиллер 1 играет на Б, сидит за цементом. И решил отойти все-таки. Чуть-чуть подальше. И Холли Риперс не торопится. Ах, Чил убил Куха. Какая жалость. Джокер забирает Шуванна, забирает и Буяна. Что же такое происходит? Это как-то печально. Вдвоем остались Холли Риперс, идут фаст Б. Нет, не смог сейчас нежный-нежный убить. Получилось сейчас почти размен. Бомба ставится. Сусел продолжает тащить и удивлять меня. Ставит. Нет, не ставит бомбу. Нет, ну как тащить? Сейчас была ситуация 1 в 2. Он мог, но, увы, нет. И эта половина заканчивается счетом 14-1 в пользу Рива Илле. Что ж, если Риви-Иллы возьмут первый раунд пистолетный, то, в принципе, победа им должна быть обеспечена. А Холли Риперс ждет просто, если будет, потрясающий камбэк, если они это смогут сделать. Взять 15 раундов для победы или 14 для допов. Я внимательно буду сейчас наблюдать за тем, как пойдут террористы у нас, что они будут делать.
Кстати, напомню, Holy Reapers взяли только первый пистолетный раунд. Тот самый первый пистолетный раунд, который они пошли, фаст, масс, ковры. Разбежались по карте. Дровосек и Painkiller уже открывают Б. Нет, вру, дровосек открывает Б. Но его там забирают, а? Ребята из Ревиллы решили повторить раунд своих энеми. Вышли ковры, масса. Бомбу, кстати, убили. Что плохо складывается. Сейчас ее подберут. Painkiller дает еще один минус. Минус 3 уже в этом раунде от Painkiller. Ставится бомба в глубине. И Буян остался последним. Посмотрим за Буяном, что он сможет сделать. Сейчас сделать Буян. Его убили с 15. И счет 15-1. Что ж, ласт раунд для команды Ревиллы. Все-таки стоит отметить, что для них Инферно оказалось очень изи картой. Не напрягаются ребята. Как и на Дасте втором почти. Смогут ли Holy Reapers увеличить взятые раунды, или все-таки Ревиллы сейчас их выиграют? Дровосек сейчас мог дать минус, не получается. И два минуса тоже у него не получается. Отстреливает с мухой, взрывают банан. Кух убивает Painkiller'а. Это произошло на коврах. Так, Кух прошел все ковры. Инфа пошла, Сусел забирает Ринни, и Теры остались в меньшинстве. Так что сейчас есть все шансы у Holy Reapers взять раунд. Дровосек убивает Буяна в хелпе. На Б остается лишь один товарищ Шуванна. Правда, от него можно ждать тоже хорошей игры. Дает минус один, только минус один, к сожалению. Ситуация в 2 в 2. Так, 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 посмотрим, бомба стоит. Джокер играет с Галилом за тройка, а его товарищи на кафеле. Бомба стоит сейчас, пока все играет на теров. Нет, Нижний убивает Чила. Джокер остается один, ситуация 1 в 2. Он убивает Сусела и затаскивает этот раунд. Минус 3 от Джокера, взятый им раунд, в руках Керамбит. Парень молодец, 16-1. Его команда выигрывает эту карту. Остается играть дальше в турнире и выходит в 1-4... Так, в 1-2. 1-2 турнира Train Us. А Holy Reapers его покидают. Так, что ж, а вы никуда не переключайтесь. Сейчас будет... Сейчас знаете, что будет? Сейчас будет розыгрыш того самого дигла, даже двух диглов и дробовика. Так, привет, Настенька, прям пришла Настенька на стрим. Но кнопки нет, subscribe, только follow, golden, но у меня только follow. У меня нет платной подписки еще. Я имела в виду, что подписаться на канал в плане follow, если ты про тот самый розыгрыш с аккаунтом с GTA 5. Этого будет вполне достаточно. Подарить Юльке такой горилл, мне понравился. Да, мне, кстати, тоже есть горилл такой желто-розовенький, мне тоже нравится, но что-то не так зеленый, белый-зеленый, он что-то вообще какой-то классный, не знаю. Он не розовый, но он классный, обычно мне нравится только розовое оружие. Ох, целых 35 репостов у нас на розыгрыше, это здорово, еще раз скину в чат на стриме, чтобы кто не успел репостнуть, репостнул в срочном порядке это все дело. Да, у меня даже есть нездоровое желание включить вебку. Хотя это дело опасно, я не проверяла, как я выгляжу. Так, 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 что же мне поставить? Ставить паузу и розыгрыш или рабочий стол сразу врубить? Ладно, сразу врублю рабочий стол, чтобы вы видели, как происходит розыгрыш. Что все без подстав. Понимаю, что я разыгрываю не АВП Азимов, но все-таки вдруг меня в обмане обвинят. Говорил же, что 16-1 изи. Но я до конца верила. Я верила и надеялась. Боже, что за сильверы в 1.6... Ой, в 1.6, 1.4 играют. Ну, может быть, так попались им команды. Может быть, до этого были какие-то легкие энами. Так, все сделали репосты, ребятушки. То я уже иду в приложение рандома.
анимейкеров, спасибо большое. Спасибо, спасибо. Даже не знаю, включить вебку за такое или не включить. Вообще, я так соскучилась по играм с подписчиками, просто безумно. Даже есть сейчас желание сыграть ММ со второго аккаунта своего. Надо только конфиг, кстати, с него врубить. Свой, который. Так, так, так. В принципе, я готова включить веб-камеру, поставить паузу. Ладно, чуть попозже. Так, что у нас по розыгрышу? Все сделали репостик, ребятушки? А у тебя комп слабый для стримов или норм? Голден, скажу так, в принципе, норм. Так, для CSGO на низких он норм. Но для продолжения в будущем такого занятия, как стримерство, особенно если я хочу этим заниматься серьезно, мне нужно срочно в порядке менять мою машину, это точно. Вот, потому что стримить CSGO на низких – это не очень круто. Намного красивее смотрится, когда крутая картинка, как будто фильм смотришь. Я просто иногда захожу на стримы с хорошим качеством, это обалденно. Просто космос. А не то вот у меня предлагали GTA 5 постримить, даже чуть ли не хотели подарить GTA 5, я отказалась, потому что просто не смогу стримить GTA 5. Вот и все. И это обидно. Ой, продолжаю дышать в микрофон, сорян. Что ж, напомню, 3 победителя. О, отлично, репостики прибавились у нас, 41 репост. И 3 победителя. Так, даже смотрю, Настенька у нас тут участвует. Настенька хочет дигл. Что ж, так, первый будет дигл. Первый дигл. И кто его получает? Рамиль Зайнутдинов. Рамиль. Так, мы постоянный зритель и заслуженно выигрывает дигл. Так, идем дальше. Теперь разыграем дробовик. Дробовик у нас получает Вова Мухин. Что-то так микрофон дышу, или мне кажется. Так, надо хоть подольше немножко рассунуть розыгрыш, сейчас я очень быстро это начинаю делать. О, ВСК, приветик. Давно тебя не видела, ВСК. У меня просто FPS дико приседает при стримах, а что делать, я хз. Голд, у меня такая же проблема была, я как-то поизменяла всякие качества в OBS, уменьшила то ли битрейты, то ли что-то еще. Не помню, что я изменила, но мне стало получше играть. Вот. Так, Голден выиграл дроп. Дроп. Ну, круто, чего? Это ты, Вова Мухин? Поставлю тебе лайк на аву, Вова Мухин. Так, так, возвращаемся к второму диглу. И второй дигл у нас выигрывает Сергей Миллер. Так, а мне не отправить ему сообщение, а придется добавить друзья. Вот так закончился фаст розыгрыш. Так, надеюсь, все это увидели дело. А что я там хотела паузу включить? Все-таки я продолжаю бояться с веб-камеры. Вдруг сейчас я как полный урод выгляжу, у меня прическа ужасная. Так, так. Ну ладно, пол лица моего видно. Вроде ничего. Подвинули это дело все на лицо. Все равно какой-то вид у меня потрепанный. Что ж я так дышу в микрофон? Ну все, я вроде довольна собой. Так, и что, я играю ММ? Или нет? Или да? Так, в любом случае, сейчас я останавливаю трансляцию, потому что мне потом на YouTube все будет вместе выходить. Все, ждите ребута стрима, я никуда от вас не денусь, честное слово.